Всем привет, 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 миллион, миллиард, привет, с вами снова Ариадна, и я смотрю вторую часть смешных моментов по Тане Бане, я буду называть так, в общем, вы в названии видео, вы видите, что я смотрю, короче. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, возьмите себе что-нибудь попить, покушать, и всем приятного просмотра. И не забываем про мой бусти с видео, которые не выйдут на YouTube. Теперь можно начинать. Это шкаф. Страшно. Да вообще, ужас, как страшно. Ну да, только кто? Немножко обмочись. Но об этом никому, никому рассказывать об этом нельзя. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Там этот пробегал, как кабан по лесу. Я упал, а он сбежал. Вместе с моими очками. С моими очками. Что ли, поди забыл, простофиля? Да, дебилойшка, да, это я. Весь в тебя. Чего? Что, зерна насыпает? Чупа-чуп. Кто? В сугроб, пластиковый это палочек. Олень? Вот это олень, понятно, да? Ну что мне с тобой делать-то? Обучать. Что с тобой делать? Ты учительница, алло, посади куда-нибудь и учи меня. Куда сажать, а? Только не к прыщавому-то не надо, он заразит меня сейчас чем-нибудь, он изобьет меня. Сядь, наверное, с Семеном. Не-не-не, с Семеном я не сяду, я оба, Семену твоего не надо. Он все равно один. Вот пусть один и сидит, он, наверное, не зря один-то сидит, в конце концов, с ним, наверное, никто просто не хочет сидеть. Еще чего? Или просто осталось свободное место. Опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Будем музыку слушать. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я... На полу посижу, да? Я могу за последнюю парту сесть. Правильно, правильно, Антоха. Там на последней парте у тебя очки есть, бинокль, все нормально, все видишь. Перед последним уроком... Да, будет этот бинокль, как в театрах выдают. Это, ну, серьезно, это что-то. Я тоже удивилась. Прости, ты в порядке? Я... А, никогда еще. Ну вы посмотрите на него. Ибо ты ор открыла, сейчас не надо так на меня громко смотреть и так тихо разговаривать. Громко смотреть? У всех на глазах. Ой, Кать, ты там, уйди, лапать там нечего, у тебя еще не надо врать. Я сейчас все маме расскажу. Вот, мама, не надо, не надо, я не случайно, ты с ума сходишь. Так и поженились, ну а че бы нет. Толкнули. Ну, кстати, да, была интересная бы история. Да я хоть, может, ты просто пузом своим, блядь, километровым проходил, а я об него зацепился. Я не знаю, толкал ты меня или нет. Вот так, да? И что ты сделаешь? Не, ну тут надо это делать, карате, нахуй. Карате это-то, и хуя-хуя. Yeah. Семен издевательски улыбнулся. Ебать ты, блядь, я только в резиденту, нахуй, добавлять новую часть. Если еще хоть меня тронешь. Сейчас пизды получим. Тронул. Ну и баба, что ты, да? А вот еще. Эй, еще. Это типа бьет? Хорош, красивый, нормально, нормально. А что, обосрался? Хорошо. А левый коронный, а правый когда будет похоронный? Лилия Павловна, Петров Бабурина ударил! Красавчик! Кричит Лилия Павловна. Тебе! Да. Пиздец! Да, вот так про... Я понял, все, ну как... Какой кошмар, как боюсь, боюсь, боюсь. Просто иногда приятно посмотреть на то, что-то на что-то красивое. На ручей, небо или на девочку, которая не гогочит со всеми хором на шутками Семена. Не перешептывается с Катей, полизывая грудью. Блять, полизывая. Какой полизывая грудью? Поливая грязью одноклассница. О чем ты другом думал? Грудь тут полизывая грудью, ну это все пиздец. А что ты делаешь после школы? Иду в лес с лисой. Я устрою такой ответ. Ты что, дурак, блядь? Ты наркоман. Вы что, угораете? Я не представлял, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. А даже не знаю, что сравнивать. Заразными. Ядовито сладко, все выходит, что там хвостатые девочки такие мысли вызывают. Сразу такой, заразными, ядовито сладким. Я имел в виду, блядь, Полина. И убежал. Отпор не дал, сердце потерял. В сугробе лежала, блядь, это... Здоровье потеряла. Павел, все, отстань, нахуй. Да, именно так. Мальчик, выходи скорей, мясом накорми зверей.
Нахуй бы вам не пойти? Зайчик нет, сам зайчик. Хочет идти. Потом зайчик домой. Тоже хочет нормально? Жить. Нет, это что такое вообще? Нормально, говорит, зайчик, выходи, мясом накорми. С моим, что ли, мясом? Сейчас. Куда так скачешь, чмошник? Гостеприимненько. Ну, у нее еще рожа такая недовольная. Ты че, бля? Ты че, бля, спрашивай, ты такая, нахуй, я так не говоря. Режим гопников включен. Нет, бля, кто такой? Ах, ёп, твою мать, здравствуйте. Здравствуйте, давайте я сделаю вот так вот. Опа! А где я? А нет меня, иди нахуй. Жаль, что Антон так сделать не может. Очкарик в лопе фарик на. За такие шутки зубы. Да у него уже вон передних зубов нет. А я смотрю, у тебя уже есть. Я может молочный выпадает. Че молчишь, Антошка? Сейчас, бля, твоя жопушка нахуй разорвется Антошка. На четыре части. Пошли придет Алиса, и он всем оторвет ваши писы, блядь. Потом заставит меня их только сожрать эта и в рот на всех тогда ебать. С этим именем. Хуя заявляй. Собственный голос, ровный и твердый, удивил меня. Я сделал шаг вперед и тихо, спокойно отчитал. Типа они ему решили темную устроить? Заби. Ой, хорошо. Кого сказать? Еще раз иди нахуй скажи. Ага. О, неплохой вариант. Это лиса ему в голове шепчет? Заткнись, свинья. Ай, рад, что звучит? Я говорил вальяжно, растягивая слово. Вальяжно. Но озвучено было не вальяжно. Просто так перевелся в новую школу. Чушкарь ебаный был. Ну, конечно, чушкарь. Да, зачморили. Я сказал лох, блядь. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Хорошо. По оскорблению пошли, знаешь, крыса. Ничего не меняется по щелчку пальца. Ебану его просто сейчас морально уничтожают. А может быть меняется, мы просто не знаем. Знаешь, кто ты есть? Да давай быстрее, я тебя не, бля. Свинья! Ебать! А то мы не знали. Пацаны. Пацаны. По нему и так видно. Снимай штаны, бля, иди отсюда нахуй. Бравый похорон. Он так же сказал. А левый коронный, а правый когда будет похоронный? Да, я про это. А с тобой все равно дружить не буду, понял, лох, блядь. Беззубый. Рома предлагал... Если у вас нет зубов, это нормально. Не-не-не, да не надо. Ну, такой геморрой, конечно, потом вставлять. Ужас, у меня подруга недавно ходила зубы лечить. Пиздец, это недешево. Да, ну я ебашу про левый коронный, правый похоронный так и было. Базара ноль, Mortal Kombat на. Да, вот это хуярь, этот тот проходил там XB на 4-8. Да-да-да. У нас Rocky Balboa. Ой, хватит ко мне подлизываться, не буду я... Хватит мне жопу лизать, надо было так сказать. Что я сказать хотел? Не держи зла, брат. Ты такой простой, ебать, ты такой простой, блядь. Ты только что хотел в сугроб нахуй закопать мертвого без головы, блядь. Ну, брат, ну, бля, зла не держи, брат. Ну, бывает, брат, ну, ебаный рот, брат. Ты что, охуел, брат? Меня, кстати, Ромка зовут. А, я тупой, кстати, я не понимал вообще все это время. Я думал, блядь, может быть, ты Александр Петрович, а это Ебомбий Валентинович. Я не знаю. Бяша, ебанаша, ненавижу эту дурочку. А Бяша — это сокращение от чего? Или это полное имя такое? Почему тебя Бяша зовут? Потому что я волк в овечьей шкуре. Брешешь. Пиздишь. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Так, в смысле, что за гараж? Все местные знают, кто здесь замешан. Так, ну-ка, скажи мне. Даже взрослые. Ну-ка, скажи. Чего? Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. Ага, и что это значит? Он к тебе так просто не сунется. Так кто, гараж? Он что, ходит? Сечет, что среди деревьев будет выделяться. Да, ну гараж среди деревьев. А почему гараж? Где угодно поджидать. Бля, ну тупо СЦП гараж, 100%. Так еще. Идешь такой себе ночью, и тут раз, он стоит. Где совсем недавно пусто было. Дверь открыта, внутри мрак. Кто зайдет, тот дурак, бля, домой надо идти. И тут как? Ладно, проехали. Куда, в гараж? Зачем с этим гаражом? Ты не, это лиса что, привидением его голова? Ты меня провожала, что ли, я не пойму, или что? Ты меня заманила сюда, ты? Ну же, скорее! Попробуй его на вкус! Ах ты ж мразь, ты такая ебучая!
А я ебу, а мне не идет. Зайчик. Убери свой кривой пальчик. Что за хозяин леса? Леший, что ли? Да была лиса, мать, не лезь нахуй, не видела, не пизди. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Да это плащ, какое платье? Плащ. Какая разница? Платье, а плащ. Как щи, понимаешь? Как щи, которые я ей разъебусь, она сейчас, кстати, практически не подойдет. Я зажмурился и бросил в рот витамины. Какие витамины? Бросил витамины, завтра напорол в лесу на мины, блядь. Мины — это лисы и хозяева лесов. Вот такой вот стих из таких вот слов. Похуй! Я даже так рифмовать не могу на импровизационном уровне. Неужели еще раз тебя, так сказать, пола? Чего это тебя к нам перевели? Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа. Да, а мам да, домохозяйка. Конечно, конечно. Ты хули подходила? У нас тут совсем за дурачков держит. Ну, как бы, да. Ну, да. Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Который переехал... Перевелся на другое место работы, клуша тупая. Я бы уже въебала ей. Ты умеешь... Мне можно, я девочка. Слышали? Мальчиков девочек бить нельзя. А девочки, ты какой другого просто другая. Так, блядь? Как просто так-то? Ну просто так-то, ты чё, какой просто так? Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Ты ёбаная, а то есть ему можно? Я тебе сейчас ноги нахуй обрублю просто и руки. Я косичку отстригу. Вот так. И будто этого мало. Да, его рука к моей груди. А для девочек некоторых отстричь волосы — это катастрофа. Это вам не Саку Рачан, которая обшик волосы и нормально дальше драться пошла. Это прям катастрофа века. Вот такая получилась реакция. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. И всем пока!